Хей, гайз, с вами Шмики, мы продолжаем разбирать игру под названием Beyond Oasis. Да, мы уже довольно много с вами, так сказать, играем в данную игру. Может быть, уже скоро конец даже будет. Ладно. F5. Так и... Что это? Хотя бы. А-а-а, нифига себе. F5. Паркур вот этот... кривой. Знай границы. Неужто? Где мы? Где-то на скалах. Фиг знает где. У нас там сзади розовый закат или это рассвет. Здравствуй, принц. Да, я все знаю, возьми это тебе. Кольцо окажет тебе неоценимую помощь. Второй, так сказать, квестовый предмет. Ожерелье, которое ты нашел, принадлежит принцессе Гвин, твоей старшей сестре. Как я знаю, она пропала 10 лет назад. Может, она все еще жива? Теперь возвращайся в замок, серебряный нарукавник. А хочешь что-то узнать? Так, хочешь что-то изнутри замка. Ты должен поспешить, чтобы защитить свою семью. Окей. Окей. F5. Мы с вами на пляжике. Да. Из чего я пойду по воде? Хотите сказать, пляж опасный? Ну, если только такими здоровяками. Пускай он там топает, но сейчас... О-о-о! Повезло. Так, есть проход там. Но нету здесь. F5. Очередной лес, очередные джунгли. Хоп. Какая же у меня хорошая привычка нажимать туда. Что наверх? Вниз у нас... Значит, мы идем наверх пока что.
манай тут вражиная. Этих мышей тупых. Летают здесь стаями. Надеюсь, я хотя бы иду за чем-то нужным. Факту сюда не надо идти. Хорошо, я нашел какой-то... Все. F5. Так. А мне по-любому сундук, да, убивать? А, подожди, а тень что получить? А, черт, ладно. Так, F5. Тогда я тебя беру. Раз, два, три. А, меня крысы поджигают с собой же. Ну, ты будешь помогать, алло? Нет, мне надо ж поджечь. А, вот это вот неплохо. Так, окей, что я могу съесть? Мясо.
Как-то их тут до хера. Как будто они тут бесконечные. Вот я так говорю, они на самом деле бесконечные. Не, чел, уходи. F5. Вызываем. Побежали. Так, сюда иди. Вот, вот так, сюда. Я лучше так быстрее подожгу. Так, что здесь у нас? Здесь мне тень нужна. И главное, что она за мной следила. Херня это. Такс. Как это? Я мясо съел. Я не хочу, чтобы он мясо сжирал. Так, сюда. У меня здесь набирается? Да, набирается. Так, супер большие. Так, F5, ускорение. Так, F5. Так, хорошо, наверх. Отлично. Ключ. Ключик. Переоплощение. Ускорение. Сохранение. Ну а как я туда? А хотя стоять. А, не могу. Если я, конечно, сюда смогу зайти. Смог. Так, а для этого мне надо... Огонь. 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 Сохранить. Понимаем.
Хорошо. Так. F3. F1, F5. Отжог. Сюда. Отличненько. Отхились все равно потом. Да хватит! Так. Так. Почему он скользит? Почему? Так. Ты что, запустить этот не можешь? Подожди его! Наконец-то. Я не добежу ее. Иди сюда. Поближе. Можешь огонь зажечь? Почему такой тупой? Почему я должен... С помощью взрыва и поджигать. Ты мне помочь не хочешь? Ё-моё. Здрасте. Ну, пришло время, мне кажется, до... Блин, ну это ХП плюс Ан, хотя... Бей их. Нефиг их ко мне подпускать. Все, можешь отдыхать.
5. Фух, фух, фух. Да ладно, это была обязательная вещь. Хотя не похоже, что это такое обязательное. И где он? Так, а теперь валим отсюда. Все идет хорошо. Я не горю. Мы спокойненько все это дело пробегаем. Так вот. Вот так. Вот так вот. Не спешим. Вот видишь, мне даже... Ну, ты можешь это ломать? Алло. Я вот не понимаю, работа херово работает. Я воду вижу капать сверху. Чисто дебилизм. Это ж насколько надо быть сверхразумом, чтобы понять, что нужно как использовать, быстрее сказать. Фиолетовый бесит очень сильно.
точно они не бесконечны здесь. Ладно, давайте попробуем. Чё-то сомневаюсь, что они не бесконечные. Поэтому сюда активируем. Так. О, он идеальный против этой херни. Так, чеснок нам что дает? ХП и СП. ХП и СП. Не знаю, не знаю. А смысл мне от предметов этих? Нефрита и... Ладно. Так. Так. F5. Идем. Что-то слева открылось. Пойди, мне вообще нужно было в замок идти. Чё-то мне такое предчувствие, что мне потом нужно будет сюда идти. Слушай, ну кто я такой, чтобы идти не туда? Так. Нет. А где я открыл что? Я нажал на кнопочку. Что-то в левой части открылось. Так, вопрос. Граната. Граната, да. Граната гранатой. Мне кажется, если все факела в этом здании поджечь, то что-то будет. И куда мне идти? Я сейчас одну вещь проверил. Лучше с этого уже замка не выходить. Потому что если я выйду из замка и зайду, в принципе, могу вам показать, какая разница. Я не знаю, где что искать, но это, скорее всего, секретный замок. И все заново. Хотя, скорее всего, нет, потому что огонь этот горел уже, когда я зашел. Все, ребят, я белый ключ, но не белый, а этот. Синий ключ использовал на вот эти вот ворота. Так, восстановимся. F5. Ох, тут головоломочки, да, у нас пошли. Хотя не вое, тут шар вообще никак не передвину.
Я, короче, начал поджигать факела, поэтому давайте я тоже тут подожгу. Нет, ты не поджег. А теперь поджег. Но это ближние, это по ногам будут бить. Прикольно. Что дальше? Ну, я поджег. Там еще, но я туда не попаду. Так, подожди. Давайте, ладно, поищу. Я только заметил, я бегаю, захожу, а тут дверь открылась. Почему-то. Теперь я могу сюда пройти. Теперь у меня этот ключ есть. Сохраняемся. Сохранейшн. Подожди, а ключ от чего? Ладно, пока дамаг пополучаю, потому что мне нужно понять, куда мне идти. Ага. Если что, вот эти копья можно врезаться. Да, я здесь, потому что мне нужно вот это. Я не знаю, я сказал, я подожгу сразу все эти огниво. Да ладно. Вы издеваетесь? Подожди. Подожди. Так, так. Сколько будет урона этим мечом? Этот меч уничтожает просто врагов. Ладно. Да ёлки-палки. Алло, дух! Ты будешь помогать? Так, подожди, ладно. Так. Я не достаю по нему. Зато он по мне достает. Так, ну то. ХП плюс СП. Thank you.
Я чё, виноват? Почему мой этот вообще не дерется? Алло. Тебе особое приглашение надо. Давай, атакуй его. Наваляй ему. Бей все, что есть мощи. Я сохранился? Я не сохранить захотел. Ладно. Тихо. Какой чё? Так. И его. И все, что есть. Я не хочу умирать. Пускай так. Ух ты ж. Что тут? Два сундучка. О, ништяк. Так, обскайся. Факела где? А вот все гниво есть. Так. Хорошо. Я не знаю, мне нужно ХП. Стоп, чё? Вы же не хотите сказать, что я сейчас должен? А, нет. Эд. Помощь. Подожди. Не кричи. Так, давай сделаем таким образом. Я сейчас сохранюсь. Да? F5. Туда быстренько пройдем и посмотрим. Я хочу хотя бы увидеть, что там за противник такой. А, прикиньте. Нихера, сейчас ладно, я его убью. Так, ладно, мы его удалили.
F5. Ну, я его заснял, чтобы на всякий случай на превью. Да ладно. Природная. Я Росток, ты мой повелитель. Меня вас можно вызвать из-за растений. Позови, когда будет много еды. Он нашел Росток. Он нашел Росток, духа растений, который был усыплен в лесном храме. Все, это последний у нас. Инструкция. Атака укусом. Нажмите кнопку А, чтобы Росток укусил врага. Перемещение. Нажмите кнопку А дважды, чтобы позвать Росток туда, где стоит Али. Росток бесшумно проползет. Отправление пыльцой. Отравление. Нажмите кнопку А на 1 секунду. Росток взорвется, рассеет пыльцу, которая на время останавливает врага. Давайте посмотрим, как это. Окей. А, то есть так он не действует, да? А не действует. А ну давайте попробуем. Ничего себе, а если на босса будет? Даже можно будет попробовать. Ну что, давайте, думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.